Привет, коты! С вами Катан, Саня Плей. Добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы поиграем в симулятор пчеловода. Со мной сегодня Илья. Так, Илья, вот здесь вот две стрелочки. Это палочник. Короче, здесь ты можешь выбрать свой улей сделать. Вот ты, блин! Илья, ну это неудобно, мы с тобой далеко друг от друга. Ну ладно. Илья, здесь у тебя будут пчелы. Стой, ты куда пошел? У тебя яйцо в инвентаре должно быть. Ты в соту должен ее разместить. Вот у меня, вот мои уже пчелы здесь. У тебя вот здесь вот есть значок яйцо наверху. Заходишь туда, и тут у тебя должно быть яйцо. Пчелой. Просто размещаешь его на соту и все, у тебя теперь есть первая пчела. Здесь просто надо разводить пчел, собирать всякую пыльцу. Здесь, Илья, ой, пошли сюда. Давай, иди сюда. Иду. Тут пчелы могут сражаться со всякими антагонистами. Да не бойся, твоя пчела, все, мои пчелы уже убили ее. Так, ну ладно. Ах да, у меня же тут где-то квесты были. Поднимите пчелу до уровня 2. Ну это типа ты можешь прокачивать. Так, у меня уже 5 пчел, поэтому я могу и здесь. И сейчас мои пчелы будут атаковать этого паука. Не, ну, возможно, да и да. Я убил паука. Ага, тут у кого-то много пчелок, у меня мало сделать. Ты можешь покупать их. Так. Деньги. Это типа валюта здесь. Отстань, тут робот на... Ой, жук-носорог. Носорога. Какой робот-носорога? Да ты, там магазин есть, ты можешь покупать его. Там... Да, здесь ты получишь королевский мед, чтобы преобразить свою пчелу. Ну, ты можешь бесплатно получить мед. О. Так, черный медведь. Привет, я черный медведь. Ты выглядишь как многообещающий новый производитель меда. Я знаток меда. Это значит, что я много знаю о меде. Короче, здесь еще квесты есть всякие, которые ты можешь выполнять и получать деньги. Что? Нет, всего одно видео. И если ты хочешь пройти через мои тренировки, ты будешь делать тонны меда в мгновение ока. Первое, соберите 100 пыльцы с подсолнечного поля. Ага, вот подсолнечное поле. И здесь еще есть мама-медведь. Чё, квест выполнен? А, ага, все, выполнен квест. Так. Чё, уже в шопе купил какие-нибудь новые вещи? Ты там можешь покупать всякие новые вещи. Это развивается без твоей помощи, а я не понимаю нифига. О, тут какой-то билетик. Илья, ну чё, мёд уже использовал, ой, продал уже мёд. Где мёд?
где медведь-то черный, я уже не знаю. А может ты сначала мед продашь? Ой. А у меня подсолнечный мед. Подсолнечный мед. Вот медведь. Уже видел, как. Как пчелы добывают меда. Уже видел, как пчел добывает меда? Да, видел. Они просто наматывают на себя мед. Знаете, такие... Говори с медведем, отличная работа, вот награда. Говори со мной снова, когда будешь готов к следующему заданию. Награда 200 этих медов. А можно пчелу отправить саму мед делать? Угу. О, есть новая пчела. Ой, ах да, они же мед еще не доделали. Ну, они реально мед на себя наматывают просто. О, это Мэддер. Где? Чё же все заходите-то? Чё у тебя так мед? А, это не ты. Это... Мэддер, господи! Мэддер, чё ты нас преследуешь везде? Не знаю. Он почти уже во все видео попал, кроме симулятора еды. Да. О, я вижу билет. За них ты тоже можешь покупать этих... Почему этот королевский мед. Что? Не знаю. Так, ну все, у меня классная пчела выпала. Вот ты, блин, уже такая есть. Просто в их соту засунуть этот мед королевский. Да тебе показывают, какого она вида. Кстати, а как тебе мои пчелы, красивенькие? О, все, Илья, там 10 пчел у меня теперь есть, отлично. Кстати, когда ты накопишь 5... У меня такой нету, но у меня чуть другие пчелы. Понятно, молодец. Это Илья. У меня 10 пчел. Когда ты накопишь 5 пчел, то ты сможешь тоже накопить. То ты сможешь на новую территорию зайти. Вот я как. Что? Разных видов пчел или одинаковых? Каша разных. О, у меня тут новый магазин. За 50 мед вы что-то прифигели. И лопатка за 40. Значит, 90 надо накопить. Добавим руку в рекорд. Нет, не сейчас. Так. Руку прикольно оставить. Когда все забудут, чтобы себе не снимают. Угу. О, смотри, это богомол, жук, носорог. На меня тут нападают богомол, жук и носорога. Жука, носорога уже убили. Блин, а с этим, с богомолом... Пчелам попотеть надо. У него он посильнее, чем этот жук-носорога. Но от него, в принципе, легко уклоняться. Смотрите, здесь какой-то пенек странный. Так, есть! Они мои пчелки богомола убили. Молодец. Так, а здесь у нас что? Это что? А, пацаны, ой. Илья, у меня здесь еще улитка. Мои пчелы атакуют улитку. Капец, у нее 30 миллионов здоровья у этой пчелы. Ага. Илья, прикинь, у этой улитки 30 миллионов здоровья. Нифига. Она, наверное, слабая. Что? Слабая. Слабая, наверное.
Нет, не слабая. Но атакует она мало. И очень медленная. А, это еще один магазинчик тут у нас. А, у меня обе пчелки на втором уровне. О, так. Это интересно. Мэддок. Так, мы с Мэддоком куда-то запрыгнули. Где мы? Не знаю, куда мы там запрыгнули. Я набрал 8 шоу. Ой! О, я знаю, как в панде попасть. Тут за нами какой-то, какая-то пчела негр охотится. Ой, медведь негр. Это что, тут там черный медведь изначала? Нет, он прям черный, причерный. Это походу какой-то босс, которого надо убить за 2 минуты. А как билеты получать? Их тоже вроде покупать можно. Тут просто пчел прижало. Я просто не шарю. Опа, спасибо. Блин. А, все, мне как-то не перепомню. Ой, а, этот негр, медведь убивает с первого удара. Так, ах да, я же задание уже выполнил. Так. Так, что у нас тут за задание? Соберите пыльцы с поля одуванчиков. Так, одуванчики у нас тут где? Это поле одуванчиков, что ли? Да, это поле одуванчиков. Чел украинец. Ну понятно. И что такого то, что чел украинец? Мне что... вообще подписчик говорил. Говорю, мне вообще под. Это хорошо, что это игру играют с тобой, а еще люди других. Ну да. Мне вообще подписчик украинец. Мне вообще подписчик украинец писал. Кто писал? То, чтоб я посмотрел его видео, он снимал, что у них там в Украине. Там вроде что-то горело даже. Ой-ой-ой, какой ужас. Ладно, все, сами без политики. Ну да. Здесь вообще-то есть и другие билеты. Ой-ой, медведи. Так, что у нас тут? Соберите 500 пыльцы. Мне тут дали задание, соберите 500 пыльцы. Собрал. О, плюс 500 меда, да, здесь прикольно, в принципе, можно быстрее зарабатывать. Соберите красную пыльцу. Стоп, а где же у меня тогда яйцо, если нету? Я только собирал, я недавно собрал эти 500, сумку в магазине покупаешь за мед. Ты все это время с мешком бегал? Да. Мне он просто мед дал. Вон он от медведя, напротив медведя. Соберите синюю пыльцу. 1000 синей пыльцы. Да. Илья, ну вон слева от наших ульев. Ульев шоп. Вот. Ну что-то мне он яйца, я никакого яйца не дал.
Молодец. Так, соберите 1000 пыльцы с грибного поля, соберите 1000 пыльцы с клеверного поля, это рядом тоже синего цветного поля. А, все близко. Это, что-то я как-то быстренько стал бегать. Даже странновато. А это что у нас? Это какая-то капуста. Понятно. Да, все новости с Димой связаны. А так вот что. Кажется, вот я... Дальше у тебя будет 3 задания. Пчела красная, она соберет в 2 раза больше красных цветов. Красных цветов. Если пчела синяя, она соберет в 2 раза больше синих цветов. Работаем на поляне. О, все мне! Мне дали эту серебряную это яйцо. Последнее задание будет с тремя заданиями. Последнее задание. Вот мое. Дима, уйди, это мое. Так, все. Достаем. Пусть вот здесь вот. Командир пчела. Эпический. У меня теперь есть командир пчела. Офигеть. А у меня есть снеговик, он тоже эпический. Кстати, я его вывел случайно. Разных мест пыльцу. Да. Молодец. А у меня тут пчелы мед на себя наматывают. И походу вот это командир. Мэддок пишет. Ну, привет подписчикам от меня. Сейчас командира покормим. Подписчики с вами здоровы. Чего пчелка? Что такое? У меня пчелка плачет. Давайте попробуем вот эти вот какие-то дать. Командиру сразу дадим. Пирогов дадим. Ну да. Илья, у меня походу уже 11 пчел. Так, все, я купил себе лопатку. О, Мэддок. О, реально быстро собирает. Блин, тут пчелу Мэддока убили нафиг этого богомола и. Не знаю. О, все, я перерезал. И тут какой-то обе. О, так, а это же у нас что? А, здесь какой-то цыпленок. Королевская желена, диванчик, как это называется? Не знаю. Ой, здесь цыпленок снес какую-то гранату. Да, у меня тут какой-то босс цыпленок.
Он какие-то гранаты несет. Снес какую-то гранату. Ой, гранаты. Так, все, отлично. Мои пчелки победили. Жук-носорога. Я тебя вижу. Так, все, прыгаем. Все, и теперь у меня 46 тысяч. Ну да. Ладно, коты, если это видео наберет 15 лайков, то я сниму продолжение прохождения этой игры симулятор пчеловода или симулятор пчелиного роя. Ладно, коты, не забывайте подписываться на канал Ильи, на мой канал, ну и возможно на канал Димы. Оставлю все-таки ссылку. Все, спасибо за просмотр и всем пока-пока.